У нас утро, 7 часов 32 минуты. Включили воздушную тревогу. Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 22 октября, 7 часов 35 минут утра. Как вы уже слышали, у нас объявили воздушную тревогу. Только проснулась. Сейчас кофеечка себе приготовлю, чайник у меня шумит. И пойду с Шекелем на улицу гулять. Вчера у нас с утра такая вода была. Сейчас вам покажу. Вот такая вода у нас сегодня под краном. Ну, напор хороший. И где-то уже ближе к обеду она только посветлела. Может, какие-то работы были. Не знаем. Ну, сейчас вроде ничего, вода идет нормальная. За ночь у нас было где-то две воздушные тревоги. Потом все спали тихо, спокойно, ничего не слышали. Окна закрываем, потому что 4 градуса сейчас на улице, это холодно. Сейчас выглянула в окно. Прям пар такой изо рта идет. Погоду посмотрела в программке. Практически на всю неделю дожди. Все уже осень. Дождливая осень началась. Сейчас все красивые листики опадут, цветочки померзнут. И прилетят к нам белые мухи. Так. Делаем, ребятки, кофе. Кофе, кофе. Я пью вот такое нормальное кофе. Не кислое. Капусту, ребятки, я замариновала. В четверг все как положено. Как многие из вас сказали, в мужской день заквасила. Но еще не попробовали. Поэтому попробуем, и тогда я уже видео выпущу. И вчера мы были в АТБ, немножечко там скупились, и я поснимала в самом магазине там акции, цены. Так что оставайтесь, смотрите. Я буду готовить кофе. У меня теперь выходные, выходные, выходные. Сейчас, наверное, на работу. Как раньше, да? Несколько ты дней работаешь, потом у тебя выходной. А сейчас наоборот. Несколько дней выходных, а потом ты только выйдешь на один денечек на работу. Ну вот сейчас такая у нас ситуация, обстановка по работе. Работы как таковой нет. И что-то искать новое, это тоже не вариант сейчас. Нигде нормального ничего нет. Тем более в зиму холода. Сейчас каждый держится за свое место, чтобы не потерять, чтобы хоть что-то заработать. Так и у нас. Ладно, ребятки, не будем о грустном. Все наладится, все будет хорошо. Все. То у меня кофе закипел, вернее, чайник закипел. Будем делать кофе.
Кстати, ребятки, сколько мы смотрели по магазинам, нигде больше нет маршмеллоу. Вот предпоследний кусочек, еще один остался, и все. Я там же хотела с зефиром попробовать. Мне многие написали, что Наташ, не пробуй, будет кислятина, невкусно. Все-таки маршмеллоу это не зефир. С вами полностью согласна. Маршмеллоу не зефир. Хоть его так и называют, но нет. Совсем другая структура. Все, кто со мной, всем приятного аппетита. Все, ребяточки, кому интересны обзоры магазинов, покупок, оставайтесь, смотрите. Всех крепенько обнимаю. Пока-пока. Вот такие покупочки у нас из магазина Петрикивка. Купили вот такую вареную колбаску Магрок. 174,90 за килограмм. Вот такие молочные сосиски здесь полкилограмма по акции по 169,90 за килограмм. Вот такой кусочек сыра, чуть меньше, чем 300 грамм. Это сметанковый по 268,90. И взяли на пробу вот такие глазированные сырочки. Тоже была акция, так они стоят 70 с копейками. А сейчас за такую упаковочку 55,90. Сейчас покажу вам. Вот такие сырочки к чаю. Ну, а вот эти покупочки у нас из магазина АТБ. Байкал по акции. Вот такой яблочный уксус. Он без акции, но взяли, потому что нету. На пробу взяли вот такую горчицу с хреном. Никогда не пробовала. Интересно, какой вкус. И по акции был имбирь в АТБ. Но мы так подсчитали. Сейчас имбирь больше, чем 120 гривен за килограмм стоит. Ну, как бы плюс рисовый уксус, плюс все специи, готовка. Как бы тоже дорого получается приготовить самим. Вот такое печенька нам нравится. С маслечком, с сыром. Вот на завтраке к чаю очень вкусно. Взяли 5 килограмм муки. Вот такое хозяйственное мыло. Сахар. Такая цена уже. Манку и молоко 1%. Ну и сейчас, друзья, покажу вам акцию, которую сняла в магазине АТБ. Она будет длиться до 25 октября. Кому интересно, смотрите. У кого рядом АТБ, может, кому-то что-то надо, покупайте.
на этом буду завершать запись в своем дневничке. Всем, конечно, мира, здоровья. Конечно, мира и здоровья. Кто там прислал поздороваться? Ой, как тут что-то пахнет. Что-то пахнет? Скажи, ребята, всем мира и здоровья. Да. И не болейте. Спасибо вам. Ой. Что там такое? Ты только покушал, да? Скажи, а мы с шекелем переворачиваем и вместе с вами страничку «Светлое мирное будущее завтра». Всем спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. Пока-пока.